Всем привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я хочу сделать обзор вот такой вот интересной штучки. Кто может догадаться, для чего она? Друзья, купила я ее на AliExpress. Сделана она в Китае. Стоит примерно рублей 70. Вот такой вот приспособление. Кто знает, для чего оно нужно? Тут вот такая вот коробочка. Друзья, не буду вас долго томить и покажу, для чего она нужна. Взяла попробовать семечки. Сейчас открою. Так. Так, ну что, пробуем. Они разных размеров тут идут. И большие, и маленькие. Так, что-то... В общем, раскусывается вместе с семечкой. Так что вся эта реклама, не знаю. Ну-ка попробуем в разъем, который побольше. Разъем, который побольше, она просто проскакивает и ничего не отшелушивает. Так, вот это вот уже получше. Так, здесь она уже расколола только половинку. Вкусно. Вот это вот разъем. Попробуем еще. Вот так вот нужно вставлять семечку и чуть-чуть слегка прижимать пальцем. Так, вылетело тоже. В общем, ерунда это все, мне так кажется. Китайцы, китаёзы. Да, а вот этот разъем, оно полностью ломает и прям ломает семечку на пополам. Так что приходится все равно щелкать. Это пропустила. Посередине слишком большое отверстие. Это для совсем огромных семечек. Вот это вот поменьше. В общем, она ничего не кусает. Ничего она не делает. Нужно просто ручками делать. И все. Денег она своих не стоит. Вот, ломает и все. Хоть ты что делай. Я тут уже сколько семечек поперевела. В общем, это ерунда. Видите, вот эти вот крутятся между собой. И семечка должна раскалываться пополам. Это как нам заявляет продавец. И в интернете куча этих штук и приспособлений. Ну вот, она не делает. Только руками. Еще не придумали, чтобы можно было что-то сделать. Не, во, вылетела одна. Гляньте. Ну, знаете, это чтобы одну получить, надо 100 испортить. А. На половинки их раскалывает. Если только половинки выбирать, вот так вот, так можно. Но даже не знаю, какую оценку поставить этой. Вроде и делает, вроде и ломает. 3 с минусом, что ли, поставить? Видите, она вон наполовину. Вот семечку. Семечку сделала.
Может, приловчиться как-нибудь, слушайте. Может, как-нибудь ей надо приловчиться, а я просто не умею. Может, кто знает, как. Она так вот открывает их. Вот она открывает их. Ну, открывает наполовинки, делит их. Ну, хоть наполовинки. Чтобы не в рот тянуть. Но быстро это сделать не получится. Надо постоянно жмать подушечка пальца. Видите, как уже согнулась у меня. Усилия приходится делать, чтобы семечку... Вот, вылетела, гляньте. Но опять половинка вылетела. В общем, ну, что-то такое работает. Но половинки вылетают. Надо просто ей приспособиться ей. Ну, не знаю. Открывает их. Вроде бы ничего. Подождите. Может, сейчас еще и пятерку поставлю. Приловчусь. Гляньте, как она хорошо раскусила. Опа, раскусила. И семечко вылетает сама. Ну-ка. Еще. В общем, не знаю. Так себе, так себе. 70 рублей денег, знаете. Все хотела, думала, не придется в рот тянуть эти, а все равно самой приходится дорабатывать. В общем, не знаю. На любителя эта штука. И тем более пальцы сожмала, уже больно. Видите? Вот, вылетела. Опять раскрошилась вся. В общем, на троечку сойдет.